посмотрим. Министерство природных ресурсов. Телеграм-канал. Телеграм-канал. Министра. ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб, Яндекс, сайт Минприроды России, Природа, Грам, служба новостей Минприроды России. Прошедший год недропользованию удалось преодолеть сложности и достичь все ключевые показатели. План по доходам от добычи полезных ископаемых перевыполнен. На 162%. Так, с этим все ясно. Сайт Минприроды России. Россия и Монголия обсудили сотрудничество в области охраны окружающей среды. Более 80 километров русел рек восстановят на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Итоги семинара о методах борьбы с незаконным выбросом отходов в регионах. Национальному парку Плещеево озеро исполнилось 35 лет. Начался прием заявок в полярную школу ААНИИ. Минприроды России предлагает не повышать ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных ТКО. Более 100 добровольцев акции «Вода России» очистили от мусора берега Рута, Луганское море. 28 сентября 2023 года. Россия, КНДР, Александр Козлов и Юн Чжо Хо провели переговоры. Переговоры. Очередное заседание нашей комиссии пройдет в столице Северной Кореи. Привести его именно там предложил лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего визита в Россию в сентябре. Информационные ресурсы Минприроды. Это мы, наверное, смотрели уже. Да, смотрели. Так, это мы дважды одно и то же, значит, написали. Телеграм-канал «Прекрасная книга».
телеграм-канал, официальный сайт нацпроекта «Экология». Забота о каждом человеке, благополучие всей страны. Получить материнский капитал. Узнайте, чем национальные проекты полезны именно вам. Пройти опрос. Заняться спортом рядом с домом. Как получить? Получить помощь в воспитании детей. Читайте нас в Телеграм. Здесь и сейчас. Научной тропой, что приготовил Томск для самых любознательных туристов. А если вот так, копировать ссылку на выделенный текст. А нет, не то, а вот это. Копировать адрес ссылки. Чпок. Нет, это не крутится почему-то. А почему не крутится? Непонятно. Значит, надо как-то вот это заменить как-то. Это убрать информационные ресурсы Минприроды. Вот это оставить, а это убрать надо. А вот это что делать? Официальный сайт нацпроекта «Экология». Национальные проекты РФ. А где там «Экология»? Здравоохранение, туризм, образование и так далее. Ого, экология. Экология. Открыть картинку. Чистая страна. И что здесь? И почему она не грузится? Озеро Байкал, сохранение лесов, национальные парки и заповедники, сохранение рек и озер. Почему ж не грузится-то, а? Да, природа ОК.ру. Федеральному проекту «Чистая страна» ревидируются и места несанкционированного размещение отходов. Почему-то это не грузится. Может, вот это вот эти. А если вот, вот так вот копировать. Копировать.
здесь и... Так, это здесь Министерство природных ресурсов. Информационные ресурсы Минприроды. О! Министерство природных ресурсов. Министерство природных ресурсов. Сайт Минприроды. Делать. Не понял. А, сейчас. Так. Министерство природных ресурсов. Это убираем. Так, это ясно. Экология, нацпроекты, нацпроекты, экология, оно так и есть, да, и не грузится, не понял, а ну, может так загрузится, кто его знает, так, сообщество ВКонтакте. Официальный сайт больше, чем путешествие. Официальный сайт больше, чем путешествие. О, оно грузится. Получить доступ к сайту. Ну вот. Национальные проекты РФ. Есть вот так вот. Сюда. Национальные проекты РФ. Ай. Нет. Чертовщина какая-то. И блокнотик по частям. Вот кому интересно, придумает, как зайти сам. Сейчас.
опять не откроется. Ну ладно. Сообщество ВКонтакте. Ну, хоть ясно, что национальные проекты .рф. Все. Там искать. Так, Костанди КГ. Загружаемый. Нет, мы берем так. Выделяем и суем. Все это мы сделали. Теперь это выделяем, все выделить. Так, кредит. Description. Так, все. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.